Виктория, скажите, какие были ожидания, в принципе, от проведения скайп-конференции с нами? И получили ли вы все ответы на ваши вопросы и на те моменты, которые вас смущали? И получились ли эти ответы с нашей стороны настолько развернутыми, насколько вы хотели бы их видеть? Да, в общем-то, все, что я хотела, я услышала. Даже предвосхитили некоторые мои вопросы, и мне не пришлось их даже задавать. Поэтому большое спасибо за конференцию. Я услышала все, что мне необходимо было знать. Очень подробно, очень детально все обсудили. Теперь будем принимать решения по поводу инвестиций. Все, прекрасно. Нам было приятно с вами пообщаться, Виктория. Именно. Все, что сейчас мы обсуждали, сейчас Никита вам все обязательно отправит. Вы по всем вопросам можете нам звонить, писать, и я думаю, то, что давайте договоримся следующим образом, то, что в понедельник мы вам позвоним, Никита наберет, вы спокойно пообщаетесь, позадаете вопросы, а дальше там будет видно, как будем действовать, хорошо? Хорошо, спасибо большое. Все, благодарю вас, приятно было пообщаться. Да, до свидания. Приятного вечера. Спасибо. До свидания.